Добрый вечер, я снова Бикини. И наш следующий доклад, как строительная плита обрабатывает правки от Тобиаса Звика. Hello and welcome to my presentation. I'm Tobias Zwick and I want to talk about how the editor handles edits, how Street Complete handles edits. So, it has three sections. В докладе три раздела. В первом я расскажу про поток данных, архитектуру, как правки сортируются в программе. Проще будет разобраться шаг за шагом. И сразу скажу, это упрощено. Подробное описание смотрите по этой ссылке. С реальными названиями классов. Итак, вначале у нас есть OSM API, где мы храним данные, а справа интерфейс нашего приложения. Самое простое, что мы можем сделать, это скачивать данные из OpenStreetMap и создавать задачи. И задача отображается в интерфейсе. Когда мы отвечаем на задачи, мы загружаем эти изменения обратно в OSM API. Примерно так устроены сайты обычно. Вот. Но проблема с мобильными приложениями, что делать, если связь теряется? То есть в тот момент, когда мы хотим загрузить наши правки, внезапно у нас пропал интернет, и все правки потерялись. Это не очень хорошо. Вот, кроме того, можем закрыть приложение или отправить на фон. Вот, и все данные потеряются, и нам все придется скачать заново. Так что простая правка. Мы скачиваем данные, создаем задачи и храним их в локальной базе данных. Вот. И когда изменяется состав задач, мы перерисовываем интерфейс. Когда мы создаем правку, мы опять же храним ее в локальной табличке. Вот. И когда эта табличка меняется, мы запускаем отправку на сервер. Если отправка сломалась, данные все еще остались у нас. Вот. То есть можно выключить смартфон, но правки все сохраняются. This has been the architecture of Street Complete. И такая архитектура Street Complete была до версии примерно 31. Но проблема, она простая, но не было никакого живого редактирования. То есть, может быть, вы уже поменяли данные, ответили на какие-то вопросы, но это не отмечено в составе задач. Например, адреса зданий, их спрашивают только для зданий, у которых известен тип. Например, многоэтажные здания или отдельно стоящие дома, но не для гаражей. Так что до того, как вы ответили про тип дома, вас не спросят про номер дома. Когда вы ответите, то с этой архитектурой все равно не получится этот квест, потому что сначала нужно отправить правки и потом скачать эти правки, и вы увидите задачу. Это не супер. Так что, что можно сделать? Можно скачивать данные карты и оставить данные карты. То есть не сразу генерировать задачи, а хранить копию данных. Когда данные карты обновляются, мы пересобираем список задач. Вот, остальное все то же самое. Дальше ответы не сразу отправляются в OSM, но сначала применяются к локальным данным карты. Вот, и эти данные изменяются, и можно загружать их в OpenStreetMap. Вот, то есть, если вы для здания ответили какой-нибудь тип, то сразу же можно
выполнять задачу о номере дома. Наконец, из в данных карты то, что мы поменяли, оно как-то отмечено. Вот, и мы можем эти изменения отправить на сервер. Вот, для state complete в этом есть пара проблем. Например, теперь довольно сложно отменять правки. Ну, по крайней мере, не так просто. Потому что если бы это был список правок, то можно было просто удалить правку из списка. Но теперь правки применены к данным карты. И нужно как-то это все разворачивать. Это сложно. То есть нужно делать алгоритм отмены правки. Вот, для простых изменений тегов это довольно просто, но представьте отмену, например, разделения улицы на части. Это довольно сложно. Вот, так что эта возможность просто потеряется. Вот, и когда мы отправляем данные в API, могут возникнуть конфликты. Часто их можно решить отдельно, то есть отменить отдельные правки. Но если мы все измененные данные отправляем скопом, и SMIP говорит, извините, у вас конфликты, то довольно сложно понять, в чем проблема, чтобы решить конфликты автоматически. То, что все правки, они свалены в кучу, а не по отдельности. Наконец, при скачивании, то есть когда вы прокручиваете карту, и state complete скачивает новые области, у нас будет проблема, что код перезапишет сохраненные данные карты, и мы потеряем сохраненные правки. Вот. И будет сложно слить измененные оригинальные. Вот, так что конфликты с всех сторон, и нужно сделать что-то получше. Вот, как-то вот так вот. То есть это примерно то же самое, но данные карты, которые мы скачиваем из OpenStreetMap, мы храним только то, что скачали из OpenStreetMap. И у нас есть отдельные локальные данные карты. Их обновляем каждый раз, когда исходные данные обновляются, или когда у нас появляются правки. То есть в своем роде кэш данных с примененными правками. Вот. И вот так все выглядит внутри state complete. Давайте отодвинем в угол и перечислим, что хорошего в такой модели. Ну, во-первых, теперь наконец-то можно работать с картографическими данными без интернета. В принципе, это как-то базовое требование для любого нормального редактора, но state complete необычный редактор. Так что раньше он работал без этого, не работал в офлайне. Ну, теперь мы можем больше. И теперь у нас мы снова можем легко отменять правки в любой последовательности. Вот. И легко разрешать конфликты, правка за правкой. Вот, то есть у нас остались отдельные правки. И если какая-то правка привела к конфликту, можно пропустить эту правку, а остальные продолжать заливать. А что такое правка? И как они применяются? Правка — это атомарная операция с точки зрения пользователя, а не системы. Вот. А что такое правка? Правка обычно содержит элементы, которые он затрагивает, чтобы можно было проверить, что нет никаких конфликтов. Дальше вид правки. Есть несколько видов, например, разделение линии или удаление заведения
или изменения каких-то тегов. И, наконец, вся информация, связанная с правкой. Минимальная необходимая информация. Вот, и пример для разделения линии с точки зрения пользователя. Мы разделяем линию здесь и здесь. Вот. И вот так выглядит действие пользователя. И скажем, у нас есть улица, и там есть парковка. Вот геометрия дороги нарисована. Вот, и что с технической точки зрения нужно сделать, чтобы отметить эту парковку? Сначала нужно добавить точки, по которым мы разделяем дорогу. Дальше. Исходная линия модифицируется, чтобы содержать только вот этот вот нужный отрезок. Ну, самый длинный отрезок. Вот. А для концов мы создаем новые линии, вот, на которые копируем нужные теги. Только нужные, например, не количество ступенек. Вот, и теперь самое сложное. Нужно обновить все отношения, которые содержали исходную линию. Вот, и в том числе отношения запретов поворотов. И это показывает, что с точки зрения пользователя действие радикально отличается от того же действия с точки зрения API или техники. Но также показывает, что для действия нужно какой-то репозиторий данных карты. То есть для разбиения линии нужно знать, какие отношения содержит эту линию и все точки, которые входят в линию. Итак, ну, пример очереди правок выглядит примерно так. Мы изменяем тег для точки. Вот, разделяем линию в каких-то координатах. И, может, после этого мы добавляем еще один тег. И еще один тег для новой линии. И, конечно, обычное действие — это изменение нескольких тегов за раз. То есть, например, пользователи спросили, что это за здание, и он сказал, что это цистерна. Вот, и мы сразу поменяли несколько тегов. Итак, как из этого создаются изменения? Может, вы помните эту диаграмму? То есть правка применяется на локальные данные и также применяется при отправке данных в SMIP. И поскольку мы не хотим дублировать код, то есть такой интерфейс, хранилище данных карты. Вот, и локальные данные API его реализуют. Вот. И вот этот репозиторий данных карты предоставляет все нужные данные. Вот. В данном случае для разделения карты, как я упоминал, действие нужно узнать, что за отношение содержит линию и какие точки входят в эти линии. И, конечно, информация о самой линии. Итак, для начала правка получает текущую версию элемента и сравнивает его с оригинальной версией, исходной версией объекта, чтобы проверить, можно ли применить вообще правку. Вот мы не применяем правку, если, скажем, поменяли тип здания на многоэтажное здание, а между этими правками уже кто-то другой поменял тип здания. Вот, мы не применяем
если геометрия точки поменялась или линии поменялась существенно. Например, точку передвинули больше, чем на 20 метров. Может быть, теперь совсем другая точка, потому что осмеры иногда переиспользуют точки и другие элементы. Или, например, если линию уже разбили, тоже не надо применять правку. И, наконец, после того, как мы решили, мы либо обновляем элементы карты, либо отменяем правку. What will be done with this with these updated elements is up to the uploader. Ну, а что там приходит конкретно, это уже зависит от действия. And put it into its local store, and the uploader would get those elements to upload. Вот, то есть и локальное хранилище, оно просто применяет все данные, а загрузчик отправляет правки в SMAP. И третья часть. Как мы отменяем правки? Вот, как вы, наверное, знаете, Street Complete может отменять все правки, которые вы отправили с самого начала, не обязательно последние. Итак, загруженные правки. Вот, они не очищают, не убираются из базы данных, они остаются в списке загруженных правок, то есть отмечаются как отправленные. Вот, поэтому их можно отменить даже после того, как они загружены в OpenStreetMap. Как отменить правку? Ну, например, пользователь сказал, что скамейки там нет. Вот, ты сказал, что ее нужно удалить. Вот, но через несколько секунд или минут или часов человек находит эту самую скамейку, понимает, что она на самом деле на месте. Вот, просто не туда посмотрел. И он хочет отменить эту правку. Чтобы отменить, вот, нам нужно только одну вещь. Узнать, уже загрузили его OpenStreetMap или нет. Если нет, то просто отменяем правку. И, соответственно, обновляем локальное хранилище картографических данных. Вот, то есть данные обновляются, список задач тоже обновляется, и возвращаем задачу про эту скамейку. Вот, то есть приложение снова спросит, там ли эта скамейка. Если данные уже загружены в OpenStreetMap, то мы, ну, тоже убираем правку, но мы добавляем в очередь другую правку. Вот, для загрузки в OpenStreetMap, которая отмечена как отмена. Галя, отмена. Потому что отмененные правки не должны показываться пользователю, чтобы пользователь не отменял отмену. Вот, вот как это выглядит в интерфейсе. Вот история правок. Можно отменить любую правку в любой последовательности. Вот. Ну и чтобы лучше понять, что происходит, зайдите по этой ссылке. А теперь вопросы. Спасибо, Тобайс, за этот рассказ. Вот теперь сессия вопросов. Так, вопросы. Probably the most frequently asked question is, are there any tools for an iOS app? Like, is that something the iOS Foundation could... Планируешь ли сделать приложение для iOS? Может, можно спонсировать? Можно повторить вопрос? Да, вопрос. Есть ли шанс появления приложения для iOS? iOS. Может быть, OSMF может это спонсировать? А, понял. Да. Ну, в прошлом году я оценил, сколько времени займет портировать это на iOS. Приложение написано на Kotlin, и Kotlin компилируется в нативный код, то часть кода, наверное, можно переиспользовать.
все связанное с интерфейсом или с системой, как база данных, или ну, все системные API нужно переписывать с нуля. Так что это куча работы. Я очень приблизительно оценил, что потребуется 6 месяцев непрерывной работы. Так что сейчас мысль такая есть, но она так Needs to happen that an iOS version can be made would be that, well, there is someone, maybe an iOS developer, who will say, okay, I will do this. Может быть, найдется человек, который сделает это за меня для бесплатно или за какие-то деньги от OSMF или откуда-то еще. Maybe from somewhere else. And afterwards, of course, is interested in maintaining it, because maintaining this app is... Да, но потребуется очень много времени. Так что пока все остается так. Так что, может быть, найдется человек. So, yeah, we would need to find someone maybe from the community who would do it. And then seek for funding. Вот и найдется деньги для него. Okay, that's great. Yes, and the next question is, are there plans? Есть ли в планах позволить картографам разделять и склеивать линии? Потому что часто улицы разделены на кучу частей или, наоборот, соединены с другими улицами в очень другую линию, и нужно их разделять. Так что можно ли будет их разделять и склеивать? Ну, разделение уже возможно, я упомянул это в докладе. Let's say there is a street that has two lanes all over, but in front так of the traffic light, there are three lanes now. Улица с тремя полосами, которая разделяется перед светофором, то вполне можно разделить и проставить разные атрибуты. Но склеивать пока нельзя. But maybe the question was for ways and not for lanes. So emerging lanes... emerging ways is так что да, склеивать дороги пока нельзя и не запланировано, потому что, ну, честно говоря, я не очень понимаю, зачем. То есть нормально задать вопросы для каждого сегмента. Вот, то есть если ваши ответы одинаковые для нескольких сегментов, можно подумать, ну, наверное, стоит склеить отрезки, потому что одинаковые ответы. Вот, но Street Complete не показывает всю информацию на линии, то есть там могут быть какие-то другие разницы. Вот, так что склеивать, скорее всего, это никогда не получится. Спасибо. Следующий вопрос. Do you ever consider creating a possibility to edit features that change in reality? For example, highways that are used now. Не хочешь ли позволить ведь уже введенные атрибуты, чтобы отразить, как они изменились в реальности? Например, дорога теперь освещена или полосы перерисовали дороги. Можно ли редактировать фичи в Street Complete? Ну, сейчас возможно удалить что-то, если оно не существует в реальности. И можно оставить заметку. Но такое прямое редактирование, как в других редакторах, типа Vespucci или GoMap, это невозможно в Street Complete. Да, то есть, например, магазин закрылся, ну да, вы можете ответить, магазина больше нет. Вот, и точка будет выделена.
Но перетегировать. Drop equals yes, I think. And all the other tags, opening hours, вот, etc. Removed. But the node will still. Перетегировать точка магазина это удалив все теги, это довольно сложно. И потом через полгода Street Complete снова спросит. Магазин был пустой, там, может быть, что-то новое появилось. И пользователь скажет, ну да, здесь теперь пекарня. И Street Complete как бы воспользуется заготовками и из введенных слов выберет теги, которые поставить, типа пекарня, шоп-бейкеры. Вот. Или более сложные ситуации, типа, да, магазин все еще существует, но на самом деле он в 10 метрах в другую сторону. И кажется, здесь проще оставить заметку и указать, что там магазин теперь в доме номер 46, а не 48. Надеюсь, я ответил на вопрос. Да, я зашел в чат, и кто-то сказал, что это не то, что я спрашивал. Да, последний вопрос имел в виду, могу ли я заново выполнять задачи, которые я уже решал? Ну, вы можете отменить свою правку и потом сделать по-другому.